В Махачкале состоялся традиционный бал прессы представителей республиканских СМИ. В рамках встречи наградили победителей премии «Золотой орел», а их шесть, в том числе и наши коллеги Магомед Махатилов, Савмудин Ахмедов и Сагибат Яхьяева. Представленные работы прошли серьезный отбор. Конкурсное жюри оценивали не только профессионализм, но и общественную значимость материала, актуальность, глубину разработки темы и стиль. Также свои награды журналистам, которые активно освещали деятельность организации, вручили Министерство и ведомство Дагестана. Организатор мероприятия – Союз журналистов Дагестана, который в этом году отмечает 60-летие со дня своего образования.